Данную встречу обслуживают руководитель ковра Валентин Сюльшин, судья олимпийской категории Республика Беларусь, Кирилл Асадоев, арбитр Иркутская область, боковой судья Вячеслав Монахов, город Брянск. Борис Краснобегов и Набегов Шерифов, Россия, Московская область. Инамбек Шерифов, мастер спорта, первый тренер Анатолий Маркинин. В настоящее время тренируется под руководством Анвара Нуришева. Инамбек, победитель первенства мира среди спортсменов до 23 лет. Синим ему борется Курбан Ширанов. Мастер спорта международного класса. В команде России представляет Республику Дагестан. Первый тренер Махмуд Магомедов. В данное время тренируется у своего первого тренера. Курбан Шираев, чемпион Европы 2020 года. Обладатель двух золотых медалей международного турнира Иван Кирыгин. Али! Thank you.
Албек Шилиев, Россия, Московская область.